Привет! Вы на канале «Квартиры в Челябинске». С вами я, Александр Шуляк, профессиональный риэлтор в области вторичной недвижимости. Сегодня я снова снимаю квартиру на Молодогвардейцев 59, так как мы сделали в ней ребрендинг, установили кухонный гарнитур, плиту, поменяли обои на кухне. Итак, все свои показы, начиная со входа в квартиру. Получается, здесь у нас вход в квартиру, а это большой карман. Этот карман на двух соседей. Сейчас я покажу, получается, это вот входная дверь. Вот у нас получается из подъезда вы заходите в квартиру. Такая входная дверь. И здесь получается у нас в кармане две зоны. Одна зона получается соседи, вот это их шкаф, их зона. И вторая зона наша получается, это наш шкаф. То есть здесь можно хранить какие-то бытовые вещи. Ну и как бы зеркало, потому что пространство добавляет. Вот, получается, вход в нашу квартиру, это дверь деревянная. И вы уже по своему желанию дверь можете себе поставить. Вот, например, соседи себе поставили вот такую. Вот, получается, заходим. Здесь небольшой тамбур. На полу керамогранит. Как видите, получается, пол сделан так, что ламинат с керамогранитом на одном уровне. Значит, пол выравнивался. А также выравнивались все стены во всей квартире. И проводилась новая электроразводка. Но обо всем поподробнее. Значит, здесь мы заходим. Расширенный дверной проем в комнату. Комната гостиная 18 метров. Здесь получается сделана ниша под шкаф-купе из гипсокартона. Шкаф-купе глубокий. Получается у нас справа-слева вешалки, посередине полки. Ну и посередине секция зеркальная, что добавляет пространство. Как я и говорил ранее, электроразводка была сделана, поэтому здесь достаточно много розеток. Если вы поставите кровать, прикроватные тумбы, будет много розеток. И получается, вот здесь у нас выведена антенна телевизионная и розетка под телевизор. Здесь раньше висел телевизор. Вот. Получается, сделан кондиционер, тоже там вся электрика к нему подведена. Это у нас получается выход на балкон. Балкон достаточно широкий, около 4 квадратных метров. Здесь южная сторона. Окна смотрят в сторону университетской набережной и Молодогвардейцев. Здесь вот микрорайон Академ-Сити. Ну, достаточно хороший обзор. Ничего его не загораживает. Получается, это 97-я серия. Дом достаточно старый, 80-го года, поэтому батареи здесь в стенах. Если вам этого мало и вам будет холодно, вы, пожалуйста, можете заказать слесаря себе, вывести батарею дополнительно наружу. Это не составляет труда и достаточно недорого. Дальше. Здесь получается у нас раздельный санузел. Здесь на полу керамогранит и теплый пол электрический. Показываю вам ванну. Ванна очень интересная. Сделана в таком зеленом цвете. Это мозаика. Не дешевая сейчас. Сделаны, получается, розетки вот для полотенцесушителя, для стиралки. Здесь получается розетка для фена или для электрозубной щетки. И получается дополнительная подсветка есть. Вот. Сантехника вся хорошая, трубы все поменены. Это ванна чугунная. Чугунная ванна, такая широкая, удобная, с ручками. И здесь получается вывод под стиральную машину. Вот и вывод воды. На полу керамогранит. Туалет тоже получается. Здесь у нас сантехника, кафель, приточная вентиляция. Включается от включателя. Поэтому, ну, если надо, включили, не надо, не включили. Счетчиков у нас на воду нет. На электроэнергию счетчиков тоже нет. Платим по среднему. Это получается вход на кухню. На кухне тоже есть дверь. Ну и вот, сделали ребрендинг на кухне, поменяли обои. Здесь, как вы видите, тоже сделана электрика, антенна телевизионная и розетка. А также вот установили кухонный гарнитур. Заказывали его в Leroy Merlin, поэтому можно, в принципе, под себя уже подредактировать, если, допустим, он вам большой, можете попросить у него, приедут, подрежут, переустановят. Вот. И получается плита электрическая, тоже новая. Духовка, все, он даже в пленке еще. Вот. Здесь тоже получается у нас окно на юг, на набережную. Слева здесь школа. Во дворе есть садик. В общем, эта квартира в очень хорошем, приличном состоянии. В нее можно сразу заехать жить. Здесь есть два шкафа-купе, кондиционер, кухонный гарнитур, плита, теплые полы. Поэтому вам остается только завести стиральную машину, холодильник, стол со стульями, диван или кровать. И, пожалуйста, у вас готовый вариант.
вы можете использовать ее как для себя или купить как инвестицию для того, чтобы ее сдавать, использовать для покупки материнский капитал или иные какие-то сертификаты. Поэтому, если вам понравилась эта квартира, звоните мне, с удовольствием покажу вам ее вживую, так как офис мой находится через дорогу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, следите за новыми квартирами. Всего доброго и удачи. До свидания.